Всем привет, с вами Константин, и вы на канале «Стройгарант Анапа». Сегодня мы находимся в коттедже поселке Звездный, где хочу поздравить наших клиентов, это Евгений и Елена. Они выбрали у нас дом, вот этот красивый, 106 квадратных метров. Пойдемте, поздравим их с наступающими праздниками. Здравствуйте, Евгений. Да, очень мы рад. Мы хотим от нашей компании «Стройгарант Анапа» поздравить вас с наступающими праздниками. Это с Новым годом, спасибо. С Рождеством. Такой символический подарок от нас. Спасибо. Очень мы ценим своих клиентов. Благодарны, что выбрали вы именно нас. Поэтому хотим пожелать вам здоровья, счастья, мира, как говорится, обосноваться на новом месте. И чтобы здесь все началось, как говорится, с нового листа. Спасибо. Поздравляем вас. Спасибо большое. Я тоже очень рад, что я обратился именно в вашу компанию. Скажу от всей души, приятно удивлен. После той всей информации, которая в СМИ идет, там обманули, там недостроили, там что-то там не получилось. Очень приятно удивлен, что есть такие компании, которыми можно работать, можно верить. И качество, и время. Вообще весь коллектив мне понравился. Вот от всей души, без всяких там преувеличений. Наслышан, что вы очень долго присматривались к нашей компании, и ваша жизнь была связана со строительством. Поэтому вы о стройке знаете не понаслышке, а прям... Ну, вообще-то я 40 лет... Я инженер-строитель по образованию, 40 с лишним лет занимаюсь строительством, связан со строительством. Поэтому, да, я немножко вижу, понимаю, когда первый раз показывали готовые дома, мне очень понравилось. Понравилось качество, отделка, ну, в общем, все вот в комплексе. А когда познакомился с вашими, менеджер Александр, кстати, мне очень понравилось как человек и как специалист. Она очень грамотно все объясняла. Убедительно, главное. Потому что сомнения, конечно, были. И в процессе строительства они развеялись. А теперь вот уже результат. Я вполне счастлив и доволен. И тогда пожелания-то нашей компании. От всей души желаю вам счастливого Нового года. Удач, успехов, и я думаю, что у вас хорошая перспектива с вашим отношением, с вашим коллективом. Добросовестно люди работают, добросовестно отношения. Желаю от всей души удачи, счастья. А клиенты у вас, я надеюсь, будут, потому что такие компании без клиентов не остаются. Много сегодня тоже именно дистанционно присматриваются к нашей компании. Мы вас благодарим за то, что вы, как говорится, может быть, кому-то дали еще один шажок на тому к успеху, чтобы купить дом именно в Анапе, на юге, может быть, в нашей компании. Поэтому, если у вас есть еще какие-то сомнения, вы можете обращаться к нам, и мы обязательно поможем вам подобрать ваш дом, как сделали это Евгению. Сегодня он живет уже в своем доме, обустраивает его. Мы очень рады за него, и вы можете быть тоже нашими клиентами. Всего доброго, всем пока, и вас тоже с наступающим. Спасибо.